muy corto. Como lo mantengan otro año, me dejarán a Tony. Ты не знаешь, кто оставляет цветы? Нет. Но у крошки много друзей. Было. Уже пора смириться. Я знаю. Мы пережили жуткий кошмар, но... Хватит постоянно ворошить прошлое. Я ничего такого не делал. Эйден? Не надо мне врать. Я знаю, что ты ищешь тех, кто это сделал. А ты не думал, что подвергаешь нас опасности? Вам ничего не грозит. Я этого не допущу. Послушай себя. Эйден, зачем тебе все это? Просто... Мне нужно знать. Ты мой брат. Я тебя люблю. Но Джекс для меня все. Малейшая опасность, и ты его больше не увидишь. Брось это. Пожалуйста. Лену не вернешь. Моя. Нет, не твоя. Я все понимаю. Обещай бросить это. Ради нас. Ради семьи. Обещаю. Она права. Лены нет, но что с того? Махнуть на все рукой. У нас проблема. Тот чел из раздевалки выжил. Заговорит тебе хана. Он не умер? Такое бывает? Как видишь, бывает. Да расслабься, есть план. Встретимся в Горман-Хайтс на крыше. Что за черт?
как ниндзя, бахай тут. Да брось, я в том районе всю жизнь прожил. Фараоны туда быстро не приезжают. А вот теперь, блин, приезжают. На сигнал сети ОС болт не положишь. Пискнул, и время пошло. Дерьмо! Что за фигня? Дерьмо! Я не хочу умирать!
Черт! Ну, разбибикался. Где он? С Джорди вечно проблемы, но выбора нет. В другой жизни я бы за ним гонялся. Или он за мной. Если он говорит, у нас проблемы, можно спокойно умножать на 10. Этот свидетель ни в коем случае не должен меня опознать. Салют. Вот блин. Джорди, кто это? Да, они тут живут. Ты чего? Ну, в этих домах система безопасности просто блеск, и все решили, что можно расслабиться. Они закрылись только на цепочку, типа, чтобы как следует присмотреться к разносчику пиццы, например. Ага, понял, ясно. Насчет проблемы. Я и захватил болторез. Хозяин приоткрывает дверь, я просовываю девайс и хрясь. Прикиньте, это не пицца. Джорди, проблема. Вспомни. Помню я, помню.
Мы сейчас примерно на полпути, Пирс. Неужели не ценишь, что я для тебя делаю? Не замечаешь моей заботы, нет? Да ну. Да. Слушай, давай уже к сути. Что со временем? Его мало. Да, помнишь того мертвяка из раздевалки? Так вот он выжил. Его упрятали в чикагскую тюрягу, и если он там попадет на допрос, угадай, кого он сдаст? Как выжил-то? Всякое бывает. Глянь туда. Видишь? С утра звонили. Кто-то готов заплатить, чтобы разговорить нашего друга. И, кстати говоря, главарь среди них. Судя по всему, нам стоит поболтать. Ага, только не перестарайся, пожалуйста. Бедный Морис в тот раз обмочил штанишки. О методах не волнуйся. А ты справишься? Двигай туда, а я прикрою. И не надо убивать босса, он тебе типа нужен. Точно? Действуем быстро, лады. А то от этих писков-визгов у меня башка заболит. Будешь, милый, меня чаем с ромашкой отпаивать. Иначе никак. Да и мне кота за яйца тянуть неохота. Ну кто ж тебя знает? Разучился читать мысли? Да не то, чтобы умел. Зачем нанимать устранителей? Кого они ищут? Тебя. Достал ты всех со своим мстителем. Сейчас устроят в тюрьме бучу и доберутся до нужного свидетеля. Хотя всполошились они не на шутку, это да. Знают, что я вмешаюсь. Слушай, свидетель видел меня в лицо. Если устранители поймут, кто я такой, станут угрожать семье. Ой, Мося-ся-ся. Это твоя семья, Пирс? Пойми, такое слабое место грех не использовать. Я за тобой с платочком бегать не буду. Ладно, погнали. Берегись, к тебе гости. Спрятался. Ты его не знаешь. Ладно, все равно труп. Какие
байки вечно травил. Как я теперь засыпать буду? Ты можешь сосредоточиться на деле, эгоист. Как там говорится, себя не полюбишь, никто не полюбит. Думаю, босс устранителей где-то рядом. Крысятничает в тюрьме. Что? Мы не понимаем, о чем ты. Лэнс Бреннер. Как детишки? Ты что творишь? Как семья, спрашиваю. Судя по всему, мы ведем двойную жизнь. Семьянин. Детям скоро в колледж. Потянешь ли, член профсоюза? Пошел ты. Но есть и другая жизнь. Тайные счета с хреновой кучей бабок. А, слушай, ты вообще в курсе, сколько всего на тебе глухарей висит? Копы ждут, не дождутся. Так, погоди. Тебе бабок нужно. Дам сколько хочешь. Время идет. Ладно, ладно. Черт. Насчет тюрьмы. Звать Анжело Туччи, начальник охраны. Но поздно его не найти. Он ни на что. Явно родные тут есть. При чем тут его семья? Ты совсем рехнулся, что ли? С чего бы начать? Очнись, Пирс, устранители. Что там? Киндерхук, помнишь? Черт. Умно, где прятался. Попал.
да? Как всегда. Пошевеливайся давай. Я здесь разберусь. Очнись, Пирс, устранители. Что там? Киндерхуб, помнишь? Умного запрятался. Выбираем, да? Как всегда. Пошевеливайся давай. Я здесь разберусь.